Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте. Качество жизни каждого человека зависит от качества питания. Но качество питания зависит не только от качества самих продуктов, от метода их приготовления, но и в не меньшей степени, как мы пережевываем пищу. Если у вас отличные зубы, тогда с этим все в порядке. Но многие ли могут гордиться хорошими зубами? Если зубы больны, то о каком пережевывании может идти речь, если непосредственно в полости рта формируется пищевой комок, и это создает благоприятные обстоятельства для усвоения и обработки пищи непосредственно в желудке и дальше в кишечнике. Это способствует быстрому усвоению питательных веществ. Но чаще всего возникают какие-то проблемы с полостью рта. И даже на первый взгляд такие безобидные вещи, как кариес зубов, гингивиты, воспаление десен и так далее, могут повлечь за собой и более грозные осложнения. Тогда о каком качестве питания и качестве жизни может идти речь? Вот сегодня мы поговорим о проблемах, связанных с заболеваниями полости рта, и, собственно говоря, и как их предотвратить. Мы беседуем с заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Николаевской областной больницы, кандидатом медицинских наук Валерием Ташматовичем Баевым. Валерий Ташматович, ну, первый вопрос, который бы мне хотелось вам задать. Скажите, пожалуйста, какой удельный вес в вашей практике, в вашей работе занимают больные с заболеваниями из полости рта, которые могли бы быть предотвращены, если бы они вовремя обратились к врачу-стоматологу? Одной из актуальных проблем в Украине является состояние здоровья населения, в том числе составляющая стоматологическое здоровье. Низкий уровень стоматологического здоровья, прежде всего детского населения и беременных женщин, негативно влияет на состояние здоровья общего здоровья на протяжении всех периодов жизни, вызывая социальные и финансовые проблемы и негативно влияет на уровень социально-экономического развития страны. По нашим данным, в отделении челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии около 40 или 50% находится заболевание, осложнение при гнойно-воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области и шеи. Особенно беспокойство вызывает стабильно высокое распространение стоматологических заболеваний во всех возрастные периоды. Прежде всего, значительная пораженность твердых тканей зубов, пародонта у беременных женщин и детей. Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют, что распространенность кариеса зубов временного прикуса у 6-летних детей составляет 87,9%. При интенсивности поражения КПУЗ 4,6%. То есть даже при молочных зубах уже у детей появляются проблемы, которые связаны с кариесом. Надо лечить и заниматься гигиеной полости рта у детей и особенно у беременных женщин. Значит, влияет это все на здоровье. Вот вы сейчас привели только одну цифру, и она, собственно говоря, очень внушительная, да, такое распространение среди детей. А вот дальше, как с возрастными категориями, значит, как она растет? У 12-летних детей 72,3% поражение твердых тканей зуба, в частности кариес.
Это уже постоянные зубы, и тем не менее, за такой короткий период появляется... Да, а в чем, собственно говоря, лежит, вот что лежит в основе кариозных зубов? Значит, в основе кариозных зубов лежит влияние, как мы употребляем пищу, воду, которая меньше содержание фтора и приводит к кариесу. А большое содержание фтора тоже приводит к кариесу. Фтор должен быть 0,5 миллиграмм на литр. Значит, а если, например, будет он больше, то значит тоже будет... Тоже проблемы будут. Да. Да. Проблемы. А скажите, каким образом вообще дозируется содержание фтора? Или это просто эмпирически определяется? Значит, эмпирически не определяется, потому что есть специальная, лаборатория, которая определяет содержание фтора. У нас есть эндемические очаги в Украине, где фтора меньше, где фтора больше, вот так по регионам? Да, имеется. Значит, имеется... Винница, например, занимает второе место по распространению кариеса. А первое место за кем? Значит, первое место занимает, по данным исследователей, Киев. А вот скажите, это действительно вроде эпидемии, или это связано с выявляемостью, с лучшими осмотрами у детей, особенно организованной части детей? Значит, распространенность кариеса зубов у взрослого и детского населения Украины составляет 89%. Из 9 из 10 людей. Значит, распространение заболевания пародонта у взрослых и детского населения Украины составляет 80%. По отношению к чувствительности твердых тканей 37% у взрослого населения и детского населения Украины 4 из 10. Значит, на первом месте Киевская область 53%. На втором месте, Винницкая область. На третьем... Харьковской области. То есть это крупные города, в общем. Да. Потому что это все связано еще с приемом пищи, с плохой гигиеной полости рта. Значит, много в этих городах есть асоциальные люди, которые не живут, а не приходят 2 раза в год к стоматологу. На профосмотр. Да, на профилактический осмотр. Ну вот вы сейчас вот сказали профосмотры. Мы действительно уделяли большое внимание и значимости профилактических осмотров, диспансерные осмотры населения, куда обязательно входило посещение действительно стоматологического кабинета, где не просто выявляли, но и сразу же проводились мероприятия по предотвращению кариеса или лечению кариозных зубов. Да. А кариес, вот вы сказали сейчас такой удивительно потрясающий, я бы сказал, распространенности кариеса. Это касается только Украины или статистика неумолимая для всех Европы? Это мировая проблема. Во всем мире есть около 400 теорий развития кариеса. И поэтому эпидемия детского кариеса в Европе есть. Значит, более 1 миллиона малышей в возрасте до 5 лет уже не раз подвергались лечению кариеса и установке пломб на молочных зубах. И поэтому, это прежде всего связывается с плохой чисткой зубов и гигиеной полости рта своих детей. Большую роль играют при этом родители. Значит, ребенок не хочет, не заставляет чистить зубы.
Ну, и то поэтому... есть навыки гигиены полости рта не прививаются в детском возрасте, и отсюда, в общем-то, проблема. Хорошо, тогда такой вопрос провокационный. Большая часть населения, особенно сознательная, я не имею в виду тех вот категорий, которые вы сказали, не приходят на осмотры, они чистят зубы с всевозможными рекламируемыми и рекомендованными пастами, которые изобилуют содержанием, в частности, фтора. И тем не менее, эта категория людей тоже самая нуждается в санации полости рта. Несмотря на чистку зубов, еще роль играет здесь питье, воды. Вода, значит, употребляем пищу, потому что большинство людей покупает полуфабрикаты, готовые уже, а для зубов нужна жесткая, твердая пища. И потому что есть районы, и в планете, что эскимосы, например, не болеют кариесом. Значит, люди, живущие в Канаде, в Северном, не болеют. Потому что они это едят сырое мясо, сыромороженое или там, да? Вот так, да? Это зависит от этого. А-а-а. И, значит, по данным ВОЗ, заболевание широко распространяется на всем земном шаре. Значит, ранее проявление заболевания воспалительного характера регистрируется от 10 до 20 лет. 80% людей имеют гингивиты. Средняя, значит, по результатам анализа ВОЗ обращаемость 35 стран и лиц в возрасте 35 и 40 лет в 7 странах отмечена выше 70%, а в 13 странах низкая, 40-75%. А в 15 странах умеренная, менее 40% распространенное заболевание родом. Ну хорошо, давайте от такой неутешительной статистики перейдем к практическим вещам. Вот скажите, кариозные зубы. Да, часто знают наши пациенты, что у них неблагополучие и не идут к врачу. Чем это чревато? Какие, значит, осложнения влекут за собой? Осложнения, прежде всего, кариозная полость, значит, это очаг инфекции, прежде всего. Во-вторых, значит, может осложниться пульпитом. Значит, пульповая камера вскрывается, и дальше идет осложнение. Да, это причиняет боль, это понятно. Острые ночные боли. Жевать потом сложно. Значит, и далее, значит, развивается периодонтит. Периодонтит бывает острый, серозный. Значит, а потом уже появляется, значит, гингивит, воспаление, значит, всех десен и наличие пародонтита. А как это отражается на пазухах, которые, значит, интимно принадлежат полости, значит, рта? Кроме кариеса, является одной из частых причин преждевременной потери зубов. Помимо этого, кариес зубов верхней челюсти, причиняет гайморит. В основном это называется это адонтогеном. Причиной развития, значит, гайморита на верхней челюсти и на верхней челюстной пазухе являются 6, 7 и 8 зубы, поскольку их корни расположены близко к пазухе, и нелеченный кариес приводит к пульпиту, а потом периодонтиту, и потом на протяжении распространяется на верхнечелюстную пазуху. И гайморит. Да. Да, тем более, что это заболевание тоже, как говорится, довольно-таки распространенное. Да. Значит, по нашим данным, по последние 3 года, значит, 12, 13, 14 год, значит, в 12 году 113 больных было, в 2012 году, то есть в 13 году было 103 больных гайморитом, а в 2014 году 116. Поэтому тенденция имеется к увеличению, независимо от эндодонтических способов лечения. Mm-hmm. Потому что чаще всего терапевты, которые работают с зубами, значит, они, не контролируя, проталкивают пломбировочный материал в верхнечелюстную пазуху. Оно является основной причиной. За корень выводят пломбировочный материал. И,
значит, чаще всего проталкивает корни зубов в верхнечелюстную пазуху. Валерий Ташматович, ну вот давайте теперь перейдем к наиболее грозным осложнениям, которые, собственно, которыми вы и занимаетесь, когда по скорой помощи попадают к вам больные уже с нагноительными процессами. Чем это чревато? Значит, это прежде всего мы оказываем этим больным помощь. Ну, вскрываем гранники, удаляем причинные зубы. Значит, в последующем, значит, может быть, если ограниченного характера, то уходят без последствий, выписываем из стационара. При флегмонах двух клетчаточных пространствах или трех, или разлитых флегмонах, то тоже проводим и наружные, и внутрирутовые разрезы. И, значит, наблюдаем динамики, процесс заживления раны. Берем все анализы, проводим рентгенологическое обследование костей, значит, легких, значит, чтобы не было распространения. А значит, вот какие наиболее частые распространения гнойной инфекции? Значит, наиболее частое распространение гнойной инфекции — это средостенье, передние, задние. Значит, по данным мировой литературы, около 1 или 2% от зубов имеется осложнение. Значит, вот, средостенье, передние, да, задние. Мне бы и хотелось, чтобы мы с вами подчеркнули эту степень серьезности для наших телезрителей, что даже вот такие, казалось бы, на первый взгляд, обычные проявления гнойного процесса полости рта могут влечь за собой очень грозные осложнения, такими называются медиастинитами. Это уже угрожающее жизни состояние, и тогда уже операция более расширенная. Да, значит, потом, значит, второе грозное осложнение – это воспаление легких. Значит, септическое поражение легких, когда гнойничковое поражение происходит в легких, и средостение распространяется в легких. Значит, внутричерепные осложнения еще есть у нас. Значит, это заносы такие гнойные. Да, да, гнойные заносы, внутричерепные осложнения. Значит, абсцессы головного мозга, менингит. У нас больная лежала вот с менингитом недавно, буквально, прошлым осенью. Значит, у нас очень тяжелое осложнение после гнойничкового заболевания лица и шеи – это тромбофлебит лица. Значит, у нас была такая больная студентка педагогического института. Значит, мы тоже лечили, вылечили, на ноги поставили и выписали. Значит, здесь при тромбофлебитах сосудов лица, здесь консервативная была терапия? Значит, хирургическая и консервативная. То есть санация одного очага и, значит, консервативное лечение. Терапия, да. Значит, была такая больная. Значит, а так еще грозное осложнение – остеомиелит челюсти. Остеомиелит. Да. Это вялотекущий потом хронический процесс, длительный. Да, хронический, длительный процесс. И очень сложный. И там уже ничего не запломбируете. Да, не запломбируете. Да, это нужна категория, значит, антибиотиков. Антибиотики, значит, и чаще всего, значит, эти осложнения наблюдаются в последнее время у ослабленных больных, у наркоманов, в частности, идет лизис костной ткани. Значит, у стариков, значит, идет лизис костной ткани. Значит, поскольку у них иммунитет слабый. Понимаете? Значит, Валерий Ташматович, вот мы с вами работаем в лечебном учреждении, которое является коммунальной собственностью, да, и есть областная стоматологическая поликлиника, куда, в общем, доступно обращаться, но и масса стоматологических частных кабинетов, которые, ну, они в большей степени занимаются уже не профилактикой, скажем так, а основная наша, значит, цель с вами – предотвращение вот этих, значит, гнойных осложнений. Предотвращение гнойных осложнений – это, значит, значит,
Значит, люди должны ходить в государственные лечебные учреждения, чтобы проводить плановую санацию полости рта. Это два раза минимум в год. А часто из стоматологических частных кабинетов тоже приходят с осложнениями. Да. Хотя, в общем-то, они располагают колоссальным возможностями в плане оборудования, которое зачастую лучше, чем в коммунальных, государственных стоматологических поликлиниках. И тем не менее. Ну, я думаю, что не хотелось бы пугать наше население вот теми осложнениями и цифрами о распространенности данной патологии. Она, в общем-то, наверное, известна каждому, потому что редко кто может похвастаться хорошими своими зубами. И сегодня, может быть, призадумается, а что мне дальше делать, почему мне не обратиться все-таки к стоматологу за мудрым советом. А вот мне бы хотелось, чтобы вы, как авторитетный человек, который все-таки занимается вот этими уже грозными осложнениями, собственно, хирургической стоматологией и челюстно-лицевой хирургией, что бы вы могли посоветовать, вот кроме просто чистить зубы, что еще нужно для этого, чтобы все-таки избежать этих осложнений? Такие, значит, я уже сказал, часто надо ходить к стоматологам, в стоматологические поликлиники и регулярно лечить зубы. Прежде всего это. А во-вторых, не допускать вот такого состояния. Значит, поскольку это еще и играет роль, потому что лечение у частных зубов, у частных стоматологов минимум 50-500 рублей за одну пломбу. А удаление зуба и тем паче. То есть, другими словами, я хочу просто разъяснить нашим телезрителям, да это, наверное, и так понятно, профилактика стоит гораздо дешевле, чем само лечение, а тем более лечение осложнений. Ну что ж, я думаю, что мы, наверное, подведем итог нашей передачи, нашему разговору. Здесь можно было бы много говорить, но тем более, что 32 зуба в полости рта. Вот, и о каждом зубе можно рассказывать свою историю, да, о значимости, да, что такое, что пищеварение начинается с полости рта, и вот, и не все так без... То есть это не всегда только лишь косметический вариант вашего благополучия, что у вас сияющая улыбка, а это еще связано с теми проблемами, которые идут вслед за этим, это с пищей. Вареньем. Поэтому, чтобы вы сохранили качество жизни, совет авторитетного доктора заключается в том, чтобы вы вовремя обращались к стоматологу и сами не забывали чистить зубы и полоскать зубы после каждого приема пищи. И что самое главное, обязательно необходимо приучать к этому детей с самого раннего возраста. И тогда качество жизни у вас будет намного лучше. На этом, прежде чем попрощаться, я хочу сказать, с вами были кандидат медицинских наук, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Николаевской областной больницы Валерий Ташматович Баев и ведущий Петр Зайцев. До свидания, не болейте!